Winter is coming. Всем привет, с вами Лена и Центр Advance. В прошлый раз, если помните, мы боролись с осенней хандрой. На очереди зимняя холодрыга. Готовы дать ей отпор? Мы подготовили для вас специальный чек-лист с интересными заданиями, чтобы в эти зимние месяцы вы не только думали о том, как встретить Новый год и пережить морозы с метелями, но и провели время с пользой для души и тела. Признаюсь, наша команда целую неделю ломала голову над тем, какие пункты включить туда. Ссылку на результат нашего мозгового штурма вы найдете в описании к этому видео. Как пользоваться чек-листом? Выберите любое задание, выполните его и раскрасьте соответствующий рисунок. Постепенно черно-белый бланк превратится в яркую картинку, которая каждый раз будет напоминать вам о приятно проведенном времени. Чтобы не забывать о заданиях, повесьте лист на видное место – над рабочим столом или в прихожей рядом с зеркалом. Подключите к этому процессу близких и друзей. Почему бы не устроить небольшое соревнование на тему «Кто быстрее справится с заданиями?» Поделитесь в комментариях под видео своими идеями веселого досуга, который вы уже запланировали на эту зиму. Надеюсь, вас зацепила идея с нашими сезонными чек-листами, потому что, скажу по секрету, в начале марта вас ждет весенняя версия. Спасибо, что досмотрели до конца, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и отправьте в нокаут колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. С вами была Лена и команда Центра Advance.